Директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящий в Анапе был 10 лет назад. С тех пор многое изменилось. Изменился и город. Такое достаточно редкое, да, у нас заповедное селение, потому что мы в Хакасии живем, да, в Сибири. Коллеги с Камчатки приехали. И в этих регионах, скажем, та же инфраструктура, средства размещения, она очень хромает. Здесь можно это посмотреть, почерпнуть. Уникальность климата в Анапе – микс средиземноморских и предгорно-степных характеристик. Государственный заповедник Утриш тоже уникален. Заповедник Утриш – это один из самых, с одной стороны, молодых заповедников нашей страны, но с другой стороны, он расположен в наиболее туристически освоенном регионе нашей страны. Делегаты приехали поделиться опытом. За круглым столом обсудили, как можно сохранить природу, кому и как ее беречь, и можно ли научить детей ценить природные ресурсы. Как сказал наш президент страны, невозможно научить любить природу по книжкам. В подтверждение почти народной мудрости специалисты заповедника Утриш организовали для детей Славянска на Кубани экскурсию по заповеднику. Но увидеть редкие растения в лесу не удалось, пошел дождь. Взрослые объяснили, у природы свои правила, и нам стоит к ним прислушиваться. Она всегда была и будет главной в жизни людей. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа регион.